Всем привет! В этом видео я хочу представить вам свой топ новых 10 фишек почты Gmail. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы пользуетесь почтовым ящиком Gmail, это видео будет интересным для вас, потому как я расскажу о новых возможностях этого почтового ящика. Почтовая служба Gmail обзавелась новыми функциями еще с конца марта этого года. Далее в видео мы разберем его основные полезные функции. Итак, первое, что хочу отметить, это боковая панель приложения Google. Последняя обновленная версия почтового клиента Gmail включает в себя складную боковую панель, расположенную вдоль правой стороны веб-страницы. На ней могут располагаться разнообразное количество сторонних приложений, а также классические функции Google, такие как приложение «Календарь», Google Keep, «Задачи» и другие. Для добавления приложений нажмите «Установить дополнение» в виде плюса, после чего откроется всплывающая панель. Здесь представлены доступные для установки приложения, которые полностью совместимы и готовы к использованию с почтовой службой Gmail. Основная идея состоит в том, что пользователи смогут выполнять разнообразные задачи более упорядоченным образом, не прерывая свою деятельность постоянным выходом из вкладки Gmail. Независимо от того, хотят ли пользователи добавлять определенные события в свой календарь, сделать заметки для конкретного контакта или клиента электронной почты, или обновить свой список неотложных дел. Каждая из таких предварительно размещенных на боковой панели функций всегда будет у пользователей в пределах прямой видимости. Следующая функция – конфиденциальный режим для отправки писем. Этот режим, возможно, является самым неожиданным дополнением из множества функций, которыми обладает почтовое приложение Gmail. Данный режим позволяет устанавливать отдельные параметры безопасности, установить дату истечения срока доступа к письму и даже настроить его на самоуничтожение с помощью ручной настройки. После удаления электронное письмо безвозвратно исчезнет из почтового ящика получателя. Конфиденциальный режим не ограничивается только запуском процесса самоуничтожения электронных писем. Отправитель может добавить двухфакторную аутентификацию, требуя от получателя ввести код доступа, который он получит в SMS на свой подключенный номер телефона или подтвержденный адрес электронной почты. Этот режим также позволяет отправителям гарантировать, что получатель письма не сможет переслать, загрузить, распечатать или даже скопировать письмо. Однако, вероятнее всего, конфиденциальный режим не сможет гарантировать полную защиту писем при выполнении снимка экрана, воздействии вредоносного программного обеспечения или вирусных атак, направленных на копирование содержимого писем и прикрепленных файлов. Этот режим хорошо подходит для отправки конфиденциальной деловой информации. Включение пароля двухфакторной аутентификации является очень разумной мерой предосторожности, если есть опасения, что учетная запись получателя может быть взломана или небезопасна. Включить конфиденциальный режим в электронном письме довольно просто. Нужно лишь войти в почтовое приложение Gmail и нажать здесь «Написать», расположенную в верхнем левом углу экрана. По всплывающем окне «Новое сообщение» видеть текст письма и нажмите на кнопку «Включить-отключить конфиденциальный режим», представленную в виде часов на фоне замка. В новом окне «Конфиденциальный режим» задайте необходимые параметры и нажмите на кнопку «Сохранить». Следующую особенностью Gmail можно отметить автономную работу почты. Теперь пользователи смогут произвести поиск папки «Входящие» или набрать новое письмо даже без сетевого подключения. Конечно, основные действия, связанные с отправкой или получением новых электронных писем, будут недоступны, но с активной функцией Gmail Offline пользователь получит возможность выполнять все остальные действия без ограничений. Теперь, даже не имея подключения к сети интернет, вы сможете просмотреть свои ранее полученные электронные сообщения, подготовить ответ или новое письмо и отправить его. И как только будет доступно подключение к интернету, письмо будет отправлено.
Изначально функция Gmail Offline неактивна. Для ее включения на странице почтового приложения нажмите на кнопку с изображением шестеренки, расположенную над списком писем, и в всплывающем меню выберите раздел «Настройки». Затем на странице «Настроек» выберите вкладку «Offline», установите в разделе «Gmail Offline» отметку рядом с ячейкой «Включить офлайн доступ к почте» и нажмите на кнопку «Сохранить изменения». Для выключения этой функции повторите алгоритм действий и снимите отметку в соответствующей ячейке. Следующая особенность – отображение кнопок быстрого действия при наведении курсора на письмо. Раньше нужно было открывать каждое письмо, если необходимо было выполнить его удаление, архивирование или другие дополнительные действия, такие как игнорирование или маркировка прочитанного. Благодаря новой функции в приложении Gmail достаточно просто навести указатель мыши на любое электронное письмо, и кнопки быстрого действия моментально отображаются в строке «Темы письма». Кнопка в виде часов позволяет пользователю отложить прочтение электронного письма. Это заставит письмо исчезнуть из папки почтового ящика на определенный временной период, а затем снова появится по его прошествии. Такой временной перерыв для письма может длиться до конца дня, до завтра или до следующей недели. Просто нажмите на значок часов, а затем выберите из всплывающего списка необходимый раздел. При желании выбрать конкретные временные границы окончания сокрытия письма, нажмите на кнопку «Выбрать дату и время» и задайте необходимые параметры, а затем нажмите на кнопку «Сохранить». Следующая функция – изменение вида входящих сообщений. Функция смены интерфейса входящих сообщений позволит пользователю выбирать вариант отображения входящих сообщений. Здесь есть три варианта – по умолчанию, обычный и компактный. При обычном формате будет отображаться меньше писем за раз, но с большим количеством пустого пространства между входящими сообщениями. Компактный формат вмещает больше электронных писем на домашней странице, но представляет собой менее привлекательный вид представления корреспонденции. Ну и формат по умолчанию является компромиссом между предыдущими видами. Ну и как же без режима напоминания об электронных письмах? Активация этого режима предполагает приоритетное расположение писем по отношению к остальным, а также наличие уведомлений системы о необходимости обработать конкретные сообщения. Почтовое приложение Gmail будет перемещать важные письма в верхнюю часть страницы, а также уведомит, если на отправленное пользователем электронное письмо еще не было ответа, что поможет не забыть об этом и проконтролировать получение ответа. При правильном применении режим напоминаний будет задействован только при необходимости, чтобы важные сообщения электронной почты не исчезали в общем списке сообщений почтового ящика. При желании режим напоминаний всегда можно отключить. На странице настроек во вкладке «Общие» перейдите в раздел «Напоминания» и снимите отметку напротив «Напоминать о письмах, требующих ответа» и «Напоминать о письмах, на которые вам не ответили». Следующее – это запуск вложенных файлов с домашней страницы Gmail. Теперь пользователи могут просматривать и загружать прикрепленные вложения к электронным письмам непосредственно с домашней страницы почтового приложения, будь то документы Word, файлы с расширениями PDF или JPEG. Просто найдите нужный адрес электронной почты, и его вложения будут отображаться под темой сообщения и представлены в кнопочном формате. Стоит отметить важный момент. Отображение кнопок доступа к вложенным файлам не поддерживается интерфейсами приложения «Обычный» и «Компактный», а доступно только из варианта «По умолчанию». Следующая полезная функция – уведомление при получении только важных сообщений. Эта функция представляет возможность приостановить отображение уведомлений обо всех электронных письмах, кроме самых важных. Конечно, пользователю придется полагаться на алгоритм Google для точного определения, о каких электронных письмах необходимо сообщать. Но если у вас есть хороший список доверенных разрешений, то такая функция будет неоцененным помощником для отсева вторичных сообщений. Помощь в отказе от рассылки. Эта функция ориентирована на удобство, а не на безопасность. Суть в том, что многие сайты производят рассылки, но далеко не все умеют быстро их отключать. Обычно для этого надо заходить на сайт и продираться через его интерфейс. Новая возможность позволит отметить подписку на рассылки, которые неинтересны пользователю. Это позволит одним действием отписаться сразу от нескольких рассылок. Для активации откройте входящее письмо абонента
от подписки на сообщение которого планируете отказаться. А затем в разделе «Отменить подписку» кликните по текстовой ссылке «Отменить подписку» на сообщение от этого отправителя. Это маленькое улучшение, которое, вероятно, окажет большое влияние на содержание почтового ящика в чистоте и очистку от надоедливых рекламных сообщений. Ну и напоследок, функция предупреждения о спаме. В старой версии Gmail предупреждение о потенциально вредоносном электронном письме выводилось вверху страницы. Теперь такие уведомления увеличились в размере и содержат больше информации. Почтовое приложение Gmail автоматически помещает подозрительные письма в папку «Спам», а также сообщения, которые пользователи в ручном режиме пометили меткой «Спам». Вверху каждого электронного письма в этой папке есть пояснение причины, почему сообщение было отнесено к категории вредоносных писем. Предупреждение имеет цветовую маркировку. Уведомление может быть серого цвета, если рассматриваемое письмо не предоставляет особой угрозы, и оно станет красного цвета, когда угроза возрастет, и отправитель может попытаться причинить вред вашему устройству или похитить личную информацию. Использование всех этих полезных функций почты Gmail позволит сэкономить ваше драгоценное время, повысит производительность работы и обезопасит данные от вредоносного воздействия. А на этом все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.